Доўгі час гэтая пляцоўка на скрыжаванні вуліц Куйбышева і Міцкевіча была схавана за гароджай. Зараз тут ваўсю працуюць рабочыя. Ужо знесена старая гароджа і аварыйныя дрэвы. На чарзе работы па ўкладцы барта і пліткі. З'явіцца тут і баннер з цытатамі класіка рускай літаратуры. Несмотря на то, што міленіум горада закончылася, работы по благоустройству городских территорий и самого города продолжаются. В ближайшее время будет здесь положена плитка, бюст установлен Пушкина. Само собой будут работы вести по озеленению. Будут высаживаться, значит, чтобы не заслонить бюст Пушкина, какие-то малорастущие кустарники и деревья. Ідэя стварыць сквер нарадзілася пасля дамоў паміж брэсцкім гарвыканкамам і пасольствам Расійскай Федэрацыі. У год міленіума расійскі бок падарыў абласному цэнтру манумент Александра Пушкіна. Спачатку яго хацелі ўсталяваць каля галоўнага корпуса універсітэта, але вырашылі перанесці ў больш зручнае месца. Щоб людзям было прыятна аддахнуць. Будзе, я думаю, што гэта такое ж будзе ізюмінка горада, як считаюць ізюмінка гарадской сад у нас. То есть людзі могуць прыйці свабодна, будуць установлены фонарі старыя, в старым стылі, скамейкі. Люди могут прийти, почитать стихи, подиум будет. Горожане сгодны, сквер будет користаться популярностью. Реконструкция, она всегда прекрасна. Это всегда обновление, это все новое. Почему бы и нет? Город красивый, люди хорошие. Надо, да, облагораживать, наводить красоту, чтобы было приятно приехать, увидеть, как Брест изменился. Уже хутка новое место отпочинку смогут оценить горожане и гости Бреста. Работы по добропорядкованию сквера планируется завершить у середине кастрышника. Евгения Мороз, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».